Самбальская библиотека номер 5 имени Бориса Викторовича Шергина представляет. С детства всем знакома сказка Всеволода Михайловича Гаршина «Лягушка-путешественница». И мы предлагаем вам смастерить главную героиню сказки – лягушку в технике оригами. Для этого нам потребуется лист зеленой бумаги и ножницы. Кладем лист зеленой бумаги вертикально перед собой. Загибаем один из углов к стороне напротив. Отрезаем лишний кусок бумаги ножницами. Квадрат готов. Складываем наш квадрат пополам. Кладем прямоугольник вертикально перед собой и правый верхний угол загибаем вниз и налево, заглаживаем сгиб. Затем снова разворачиваем лист. Точно так же загибаем вниз левый угол, заглаживаем сгиб и разворачиваем заготовку. Сгибы, сделанные в предыдущих шагах, должны перекреститься в одной точке. На уровне этой точки сделайте сгиб по горизонтальной линии, загнув верхний край работы вниз. Загладьте сгиб. Раскройте работу и с помощью линии сгиба сформируйте такой треугольник. Оба угла верхнего треугольника отогните вбок. Нижнюю часть прямоугольника подогнем к нашему треугольнику. Подгибаем сначала наш треугольничек на одну сторону и остаток нашего прямоугольника сгибаем к центру. Разгибаем наш треугольник и то же самое делаем с другой стороны. Подгибаем прямоугольник к треугольнику, проглаживаем сгиб. Разгибаем наш сгиб,
переворачиваем нашу заготовку и к нашему сгибу загибаем два треугольничка. Разгибаем треугольнички и переворачиваем нашу заготовку. С помощью линии сгиба вытягиваем уголочки. Подгибаем уголки вниз. Здесь это будет сделать более трудно, потому что уже много слоев бумаги и их будет немножко видно. Переворачиваем нашу заготовочку. Теперь мы делаем два последних сгиба. Наша лягушка-путешественница готова.